Друзья, всем привет! Что такое? Как вы все поняли, это тоже наконец-то покрылась черная чернуха. Надеюсь, что все получилось. Но сегодня утром, брат там говорил, многие смотрели его, наверное, и поняли. Сегодня утром я, конечно, сложновато мне было, но я ее покрыл, наконец-то. Я очень рад, потому что я переживал очень сильно. Надеюсь, что будут поросятки. Покрылась она петреном. Ну, так сказали, дали синяя петрена. Поэтому надеемся. Это макстером рыжая, рыжуха. Черная чернуха петреном. И... уже получается, у нас осталось... еще сегодня мы с Катей считали. Сейчас, пойдемте, я вам покажу. Взяли эту тетрадку. У нас все записано. Гляньте, друзья, она по-любому котная. Гляньте, какой живот у нее. И, скорее всего, он ее покрыл еще когда она была вот здесь привязана, друзья. Потому что, гляньте... и уже такой он не маленький. Месяца, наверное, 3. Но честно, мы не знаем, когда это все было. Поэтому, ну, будем следить, конечно. Мы то каждый день здесь утром и вечером. Вечером вообще мы здесь долго находимся. Поэтому, я думаю, поймаем, когда она будет... ну, у нее все равно какие-то признаки будут. Когда она будет козлят катить. Этот сегодня Архаровец отвязался, ходил до девок, туда, до тех. И, друзья, сегодня, ай-яй-яй-яй-яй, белка, ты такая некультурная. И сегодня, я же говорю, посчитали мы, получается, сегодня 23-й день. То есть она уже тоже, получается, случилась. То есть у нее... надеюсь, что все нормально. Гога ее покрыл, друзья. Так что у нас остались здесь покрыть только Снежка и Квитка. Мы еще его немножко подержим, посмотрим, получится у него. Ну, у него то получится, они смогут выдержать его или нет. И если получится, то мы покроем, конечно, лучше Гогой, и тогда мы его уже отдадим хозяину. Это не наш козел, друзья. Так, эти копают, друзья, похолодало очень сильно. Поэтому я не могу привезти бревна те, которые вот сюда нужны. Доски-то у меня есть, а сами бревна нет возможности сейчас. Я думаю, ну эти холода такие они, как сказать. В пятницу следующую уже пишут плюс 3. Так что, я думаю, нормально. Сегодня ночью было, я утром когда встал, было, по-моему, 21 градус. Мы сюда пришли, в сарай, я сразу на градусник гляну. Здесь на градуснику было 2 градуса. Ну и днем так, я не сильно топил, сейчас здесь 6. Но я еще здесь побуду. Ну, в сарае. Ну, немножко там, полчасика. Сейчас я вам покажу. Сегодня были у тестя в гостях. Я у него спросил, он дал мне вот такой колун, друзья. Очень хорошая вещь. И я поколол, и они так хорошо дают жар. Потому что, ну что я топил вот такими маленькими. Оно-то тоже хорошо, но вот эти намного лучше. Поэтому сейчас я минут 20-30, может 40, пока чигарю еще. Наварил на печку сегодня вот таких вот всяких железяк, чтобы они тепло отдавали, и вентилятор через них дует. Было бы, конечно, металла, можно было бы наварить всяких вот таких пластин, ребер. И чтобы вентилятор, они будут нагреваться от этого. И так бы было бы теплоотдача лучше. Но пока нету такой возможности, я думаю, и так нормально. Вот эти все навесы вот такие понаваривал, друзья. Я думаю, все равно немножко лучше. Так что у нас осталось только вот этих вот двух баранок покрыть.
Вот эту пуховую и эту. Опа, опа, опа. Гляньте, уже ходит она здесь по соломке. Так что, надеюсь, они тоже скоро замычат. И мы их уже будем пробовать покрывать. Потому что они такие уже нормальненькие. А через 5 месяцев они будут хорошие козочки, первокотки. Я думаю, нормально они подрастут. Так что, чуть-чуть. Гляньте, 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 какие бодаются. Гляньте, 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 что делают. Паразитки такие. И все. И тогда у нас получится, что все покрыты, друзья. Гляньте, гляньте, языком. Вот, смотрите, видите, как они кушают. Достают нормально все от, и с этого корыта. Одно мы им ставим. Так что, вот такие вот, друзья. А, еще, друзья. Там многие писали, мы сразу не подумали, но и этот, вчера, этот, позавчера мы петухов делали, и гоги сделали мы, сейчас я, здесь холодно, конечно, мороз, петушки, петушок один, вот такой красавчик, и, друзья, сделали мы гоги, попшикали этот, чимиспреем, немножко. Передние только. Задние у него нормальные были. И, ну, он себя... ничего у него не поменялось. Ни поведения, нигде ничего. Он как был такой спокойный, стоял козлом. Запах не поменялся, воняет так же. Короче, все нормально, друзья. Поэтому курей... А ну-ка, курей не покажу. Ну, некоторые здесь гуляют, а некоторые там сидят. В основном все сидят там внутри. А ну, увидите вы? Не, а не видно их там. Ну, я думаю, вы мне верите. Все, ух, холодно. Тут хоть и плюс 5, но намного здесь теплее. Что вы? Что вы? У них я не чищу. Там многие спрашивали. У них я не чищу, друзья. Я у них буду чистить, что ты хочешь. Я у них буду чистить, вот когда будут бревна, мы сразу здесь все уберем. С Геннадием я уже договорился, он мне будет помогать. И сделаем здесь, постараюсь, ну должно у меня хватить, если что, я немножко там доберу досток. Постараюсь сделать 2 станка. Уже буду делать немножко больше, чем вот эти вот. Потому что да, я вижу, мне там многие... Ну, у Васи все нормально. Катаются они друг на друге. Вот это, ну, больше на Васе этот катается. Фунт. Гляньте, какой фунт. У них тоже я вчера почистил, подкидывал. Сегодня еще подкинул. Но у них постоянно сырость. Я не знаю, что они делают. Этот спит уже. А ему, у него вообще все отлично. Он покушал. И сразу ложится отдыхать. Него ничего вообще не волнует. За это, друзья. Да, ей здесь будет мало места. Но я думаю, ничего страшного. Потерпит. Я угол вот так вот там отсоединю немножко. И все. Для поросят. Лишь бы им там лампа светила. И все будет нормально. Конечно, да, я вижу, что она очень большая свинья. Поэтому, да, мало ей места. Ну, у меня другого нету пока. Поэтому вот такие буду хотя бы станки делать. Если бы вот такой станок был, то было бы хорошо. Ну, уже я не буду это делать. Уже, я думаю, ничего страшного. Последний раз здесь поросята. И потом это будет там для хрячков, может, такие небольшие станочки. А для свиноматок я буду делать вот такие вот в основном. Здесь останется в этом либо чернуха, либо рыжуха. Ну, как-то вот так. Квитулечка, что ты хочешь? Осталось немножко, пару месяцев, и будете уже... Зеленая травка пойдет. Все как положено. Ну, она мне, конечно, я начал переживать. Она сегодня утром сразу не стояла. Но она, почему я, наверное, и не мог, друзья...
за нее, ну, вычислить. Потому что она вроде бы вчера стояла хорошо. Плохо засосала она, но засосала сама. Сегодня вообще она не... Я ее еле-еле поймал. Но засосала вот так все бегом. Всю вот эту дозу. Не знаю. Надеюсь, что брату позвонил. Он сказал, что должно получиться. Раз засосала она сама, значит, все будет благополучно. Так что, друзья, все хорошо, слава богу. Остались только эти баранки. Ну, я думаю, они молоденькие. Гляньте, какие глаза у них красивые. Снежка. Снежка. Гляньте. Остались только эти. И у нас уже будут все. Вот такая моя. Вот так, давай, давай, ставь. Вот так, вот так. Во. Остались только козульки. И будут у нас все покрытые. Матильда будет с поросятами. Эти покрытые. Те подрастают. Так что все нормально, друзья. Всем, всех показал, все рассказал. Кому интересно, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Всем спасибо, всем пока, друзья. Все, пока, девчульки.